Учение в неделю о блудном сыне преподобного Федора Студита. Братья, многие называют эти дни праздничными, веселительными, чтобы больше есть и пить, и не знают, что они установлены не для многоедения и пьянства, но для приготовления к наступающей святой Четыридесятнице. Воинам, когда они готовятся к сражению, отдается приказ надлежащим образом снарядиться, чтобы, когда настанет время выступить, не случилось издержки или затруднений. Так и эти дни установлены не ради пиров, а для приготовления души к подвигу Великого Поста. У нас говорят масленица, говорят, разгульная, веселая масленица. Хотя на той неделе уже поется покаяние молитва Ефрема Сирина, то есть все уже постное. У нас называют наступила, говорит, разгульная масленица. Много есть и много пить принято и на языческих праздниках. А истинные христиане должны есть и пить умеренно и чинно, с благодарением Богу, и не творить Богом чрево свое, угождая Ему и насыщая Его, как это делают многие. И апостол учит нас: попечение о плоти не превращайте в похоти, послание к римлянам. И мы, братья мои, так как Бог сподобил нас удалиться и отрешиться от всех зол и смущений, будем сколько возможно воздерживаться от многоедения и многопития. Ибо все мы достоверно знаем, что невоздержание в пище, употребление вина и долгий сон – причина всякого греха. Ибо и праотец наш Адам, пока воздерживался и не вкушал запретного плода, радуясь и веселясь, жил среди райских красот рая. А как только приступил заповедь Божию и вкусил плод, тотчас и изгнан был из рая наслаждение и радости, невоздержание и злое пожелание – породила для него смерть. Так случилось и с пятью городами содомскими, которые предавались чрезмерному бесчисленному объедению и пьянству, и жили блудно, и совершали мерзкие грехи, и подверглись за это от Бога великому и мучительному наказанию и в этом мире, и в том, ибо на них пролился огненный дождь и пожег их. Пострадал Исав, первый сын патриарха Исаака, который за то, что предавался гортанобесию и ел сверхположенного, отдал свое первородство брату своему Иакову, ибо выпросил у него и ел приготовленную им снеть, за что и был отвержен Богом. Так и народ Божий сел есть, пить, и после встал играть. Книга Исхода. И вопить бесчинно. То же самое, братья, и теперь мы видим пьянство, бесовское ликование, крики и вопли, пляски и сатанинское блудодействие. Таково зло, братья мои, невоздержание. И от него, как мы сказали, вошла смерть в мир. Мы, христиане, должны воздавать великое благодарение Богу, который не дал нам встать на ложный путь и привел нас к блаженной жизни, где вместо невоздержания господствует умеренность, вместо пьянства – пост, вместо смятения – мир, вместо бесчиния и вопли – безмолвие и постничество, вместо празднословия и срамословия – пение и благодарение, вместо блуда – девство и целомудрие и освящение. Таким жительством и пребыванием с добродетелями были воспитаны и просияли божественные наши отцы и подвижники, при помощи Божией победившие плотские страсти, изгнавшие бесом, сотворившие чудеса, получившие славу и Царство Небесное и соделавшиеся дивными и славными во всем мире. По образу и жительству этих святых живем и мы, недостойные, и любим подражать им и следовать их добродетели. Возрадуемся Христе и сорадуемся друг другу, так как Господь
ниспослал нам великие дары, и мы, проводя духовную жизнь, если захотим, повседневно будем иметь радость и святой непрестающий праздник. И если прежде Он помогал нам, то сохранит ли нас и теперь? Только будем мужественны и бдительны, и Он подаст нам крепость, силу, утешение и терпение в скорбях и искушениях, если не найдут на нас по поущению Божию. И таким образом мы благоугодим Ему до конца жизни нашей и получим Небесное Царство о Христе Иисусе Господе нашем, которому подобает слава и держава с Отцом и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господь, Бог мой, что Ты не отринул век меня, не отверг меня грешника, но удостоил меня приобщиться святых Твоих. Благодарю Тебя, что меня недостойного причаститься пречистых Твоих и небесных даров Ты удостоил. Но, Владыка, человеколюбец, ради нас умерший и воскресший, даровавший нам эти страшные, ожидающие Твоих таинства, во благодеяние освящения душ и тел наших, сделай, чтобы они были мне во исцеление души и тела, в отражении всякого врага, в просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру твердую, в любовь нелицемерную, в исполнение мудрости, в соблюдении заповедей Твоих, в умножение божественной Твоей благодати и Твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый ими во освящении Твоем, я всегда помнил милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя нашего Владыки, Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни в надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанные глаз празднующих и бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинная цель.